На Кондопожском целлюлозно-бумажном комбинате введена в строй первая в стране отечественная бумагоделательная машина. Мы начали репортаж в тот день, когда регулировка машины-гиганта подошла к завершающему этапу. Сейчас необходимо отрегулировать скорости. И вот электрики рапортуют: сделано. Машина поставлена на рабочие обороты. Скорость ее доведена до 600 метров в минуту. На смену заступает бригада сеточников. Сотни людей тревожно ждут, пойдет ли в ленту бумажная масса. Обрыв, еще обрыв. Но рабочие уверены, пойдет. И масса пошла. Вечер. Никто не ушел домой. На смене старший машинист Владимир Кучеров, депутат Верховного Совета Карелии. Бумажное полотно еще влажное, рыхлое. Оно рвется, не достигнув сушильных цилиндров. Но упорно наладчики. Им удалось наконец добиться, чтобы бумажная полоса прошла через сушку и не порвалась. Это победа! Первые автографы на первом метре бумаги. Они останутся в истории комбината. Девятка пошла. Мастера-бумажники Кондопоги вдохнули в нее жизнь. Идет устойчивое, ровное, соответствующее ГОСТу бумажное полотно. До конца года новая машина даст не менее 7 тысяч тонн газетной бумаги. Mm-hmm.